Представляю вашему вниманию магазин goodsteam.ru. Здесь вы сможете купить такие игры, как CSGO, Battlefield, GTA и многое другое. Вас ждут пожизненная гарантия и самые низкие цены. goodsteam.ru. Рай для геймеров находится здесь. Ладно, мы знаем, что вы все видели. Эй, Луи! Нет, погоди! Погоди! Тебе не рано пиво пить? Луи, Луи, сделай обманное движение и убегай налево. Ты понял? Пошел! Хорошо! Погодите, секундочку! А дальше куда? Направо? Звук такой, как будто он внутри этой бутылки. Погодите! Что такое? Смотрите, здесь столики! Кто разрешил тебе пиво, Луи, а? Вообще-то я бумажный пакет! У тебя внутри бутылка! Я иду выкинуть ее! А так я не пью! Пить это плохо, понятно, детишки? Пить очень плохо! Присаживайтесь! Нет, погоди! Мама не учила тебя не красть стулья? Где вы, парни? Мы ищем вас! Сэр? Погоди, я хочу... Ты хочешь умереть? Марсел? Марсел, так держать, Марсел! Ништяк! Ништяк! Я тебя понял! Теперь я знаю, что ты хочешь сделать, Марсел! Воу, почти получилось! Он куда-то запрыгивает! Давай, ты сможешь! Чёрт! Попробуй еще раз! Давай, еще раз! Не сдавайся! Теперь они тебя никогда не найдут. Мне это не нравится. Я даже не знаю, что он сделал. Может, подсказку, а? Может, подсказку? Он куда-то запрыгнул. Знаешь что? Он там, где он должен быть. Это все, что я могу сказать. Возможно, он стоит на столике бутылкой. Он бутылка на столе. Луи молодец. Луи что-то знает. Он умен не по годам. Он здесь! Черт! Он чуть не попал в тебя, Марсел. Где он был? Где он был? Посмотри на этого прыгающего филина. Прыгающий филин, иди прыгай у себя во дворе. Зачем ты выбросил пиво? Иди подбери. Ты в этой корзине, что ли? Нет. Это точно твое место. В мусорке. Какая интересная газета. Видишь заголовок? Там написано «Дайте Де Ногло спалил Веноса, который сидит в комнате с открытой дверью, рядом с лестницей наверх». Тебе нравится этот диван? Может, он кукла в ванной? Эй, бутылка! Он бутылка, он бутылка! Лампа, лампа, бутылка, лампа! Он открыл дверь, он бежит в открытую дверь! Я потерял его! Я потерял его! Криками ты себе не поможешь! Он кружка под столом! Следи, чтобы он не убежал, а я залезу туда. Отличное место. Нет, замолкни. Обнаружено новое оборудование. Чувак, я смотрю, ты сделал апгрейд. Это новый процессор. Это новый процессор для Мака. Не, это новый процессор от NVIDIA. Дерьмо. Держи его, Луи. Я видел его, он опять в этой комнате. Ладно. Вы знали, что дверь можно подпереть кружкой? Ты просто чудом сейчас выжил. Назад, Луи, назад. Теперь открывай, открывай. Ладно, ладно. Погоди, погоди. Я могу делать это весь день. Стой здесь, стой здесь. Ладно, ладно, ладно. Мам, он меня не впускает. Открой дверь, Эван. Ты забыл сказать «пожалуйста». Ты должен сказать кодовое слово. Ты должен сказать пароль. Мой друг тебя уроет! Нет! Он подстрелил тебя через окно! Ладно, хорошо. Ты хочешь сделать ставку? У тебя есть PayPal? 5 баксов. 5 баксов, если меня найдут раньше, чем тебя. Ладно. Срань господня, что здесь произошло? Ничего. Кто-то изнасиловал телефон. И монитор. Кто-то из вас превратился в мышку, да? Нет, нифига. Кто здесь любит мышки? Ты любишь, ты же филин. Нет! Я выиграл 5 баксов. Я еще подумал, зачем здесь 2 клавиатуры? Погоди-ка, кто-то пробежал мимо меня. Что-что-что? Это было похоже на таракана в форме бутылки. Луи, опять ты за старое. Он где-то здесь. Он где-то здесь. Он здесь, я не видел, чтобы он убегал. Откуда ты знаешь? Мне кажется, он под этой кроватью. А, точно, у тебя же большие глаза. Вот именно, я парень с большими глазами. Счастливо оставаться, парни! Вот черт, он сбежал! Он сбежал! Что? Или нет? Он играет с нами. Как он это сделал? Как он это сделал? Открой эту дверь еще раз.
Погоди, он в этой комнате? Да, точно, он в другой комнате. Он в другой комнате. Он забежал в эту комнату. Я закрою эту дверь. Он там? Да, он в этой комнате. Я уверен на 1000000%. Так, ты зашел, теперь я захожу. Главное не дать ему уйти. Ты идиот, он убежал! Где он? Он сидит за этим креслом. Он за креслом. Вот ты где! Да, я вижу его. Это не я! Шмальнуй гранатой. Он под столом, он под столом. Под столом, да? Он бежит обратно, бежит обратно. Да, я попал. Да! Мы поймали этого сучонка. Да, это был таракан в форме бутылки. Теперь нам нужно найти еще одного. Я видел все это. Серьезно, ты видел нас? Я видел все, что было. Все, что было, все, что было, все, что было. Прошлое, это как-то связано с прошлым. Это какой-то предмет старины. Старый, как сама Земля. Земля, планета Земля. Ты что-нибудь видишь? Газета! Газета! Ногла, что с тобой? Блин, чувак, это была газета на завтра! Что это было? Приступаем к работе! Да, Луи! Мы должны найти пропавшие предметы! И мы найдем эти пропавшие предметы! Оу, Эван? Эван? Берегись, Эван! Берегись, тебе нужно быть осторожнее! О, черт, Эван, это неплохое место! Здесь не очень безопасно. С этим объектом я зашел в тупик. Точно, ты зашел в тупик! Тебе нужно развернуться и выехать из этого тупика. Все, замолкни! Не говори им больше ничего! Я не мог продержаться дольше 1 минуты, так что не говори им ничего. Ладно, ладно. Я ничего им не скажу. Где он может быть? Ты что, решил сам себе сократить жизнь, Эван? Оу, неплохое местечко. Зацени. Смотри, это твои родственники. Их так много. Что, там кто-то был? Погоди-ка. Ты подумал о том, о чем и я? Типа залезть вот туда? Да, да. Только погоди, погоди. Не шевелись, не шевелись. Вообще не двигайся, ни на шаг. Он бутылка снаружи! Твою мать, Ногла! Твою мать, Ногла! Я ничего такого не сказал. Луи, сюда! Я иду, иду! Они затеяли что-то странное. Я потерял его! Он бежит к тебе! Он бежит к тебе! Он там! Погоди! Стой снаружи, а я зайду внутрь! Пошли вы! Спасибо! Он забежал внутрь! О, мой бог! Он убежал! Он просто убежал! Идем, 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 идем! Ох, блин! Он где-то на чердаке! Это было четко, Эван! Он здесь! Он стоит на краю! Он спрыгнул! Я вижу, я вижу, я вижу, я вижу! Смотри-ка, они работают в команде! Открывается долбанная дверь! Эван, беги, беги! Ладно, закрой дверь, закрой дверь, закрой дверь! У тебя здесь большой выбор! О, кто-то использовал гранату! Прыгай, прыгай! Да! Да! Как держать? Это место мечты! Настоящее место мечты! Вот только я застрял здесь! Я застрял здесь! Он в мусорке! О, черт! Я застрял! Ты здесь, как за каменной стеной! Заткнись! Он что, залез под эти камни? Нет, нет, нет! Ты меня не так понял! Он совсем в другом месте! Нет! Погоди-ка, какого черта этот велик лежит там? Спускайся! Спускайся! Реально! Откуда там взялся велик? Я понятия не имею. Чувак, думаешь, тебе не повезло с этим великом? Хорошая работа. Спасибо, чувак. Луи, что за хрень? Думаешь, тебе не повезло с тем великом? О чем это вы? Мне бы воспользоваться читом. Заходите в эту комнату, вот так. Тебе точно нужен чит. Зачем ему чит? Погоди, давай уберемся здесь, окей? Складывай все на этот стол. Ладно, ладно. Что не так с этим столом? С него все скатывается, кажется, он бракованный. Это точно, он стоит под уклоном. Вы ничего не понимаете, это современная модель. Нам придется утилизировать этот стол. Луи, нажми В. Нажми В. Я не могу! О да, это был тяжелый раунд. Скорее, делай вот так. И теперь видишь эту штуку? Надеюсь, получится. Черт! Кажется, это невозможно. Короче, я просто буду стоять здесь. Это было бы круто, не так ли? Круто! Если бы мы смогли туда забраться, это было бы круто.
Хороший выстрел, чувак. Хороший выстрел. У тебя получилось? Ты сделал это? Нет, но мы можем сделать вот так. Делать как? Куда ты делся? О мой бог, ты серьезно? Думаешь, это будет честно? Погодите-ка. О, черт. Я здесь как-то не в тему. Это да, ты смотришься стрёмно. У меня осталось всего 5% здоровья. Да. 5%. Скорее, стреляй во что-нибудь. О, да. Стреляй по всем случайным предметам. Да где вы есть? Только не пей этот отбеливатель в кладовке. Да, поаккуратнее с ним. Погодите-ка. Сейчас самое время, чтобы выпить отбеливатель. Эван, Эван. Что? Я иду. Ого, вот это прыжок. Срань господня, как ты это сделал? Чем это вы там занимаетесь? Мы должны показать наши невероятные прыжки Ногле. Ногла, свали с чердака. Уходи с чердака, Ногла, спускайся вниз. Спускайся и допей отбеливатель. Ладно, погодите, я допью отбеливатель. Погодите, только еще кое-что. Сейчас я выпью этот отбеливатель. Погодите, вы где-то здесь? Кажется, Ногла уже накрыла. Да, Догла, что-то не так с этим креслом? Что такое? Бежим! 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 Вот черт, вам хана! Черт! Я же стрелял в тебя! В кого ты там стрелял, а? Будешь знать, как стрелять в меня! Походу, я попал во что-то другое. Они фигурки! Они фигурки! Они в той комнате! Что? Да ладно! Что за дерьмо? Мы же убежали!